Всем привет, с вами Волк 7785. Мы продолжаем, это 7-я серия. Dawn of War Soulstorm. Так, сейчас мы в прошлой серии отбили эту точку. Сейчас я закреплюсь. Пару ходов. Дело на закрепление. Темные дары против темного хаоса. Ну хаос это как космодесант, только темный. Там они вообще почти не отличаются. Так надо. Это моя судьба. Это не Кронос. Вот если я даже не знаю. Вот если я тупо буду вот играть за оранжевую, можно будет вот этого памятка. Никому нельзя. Построю оборону, просто буду на автобоях сидеть. И ходов 200 делаю, не знаю, хоть одну расу победят, я просто не понимаю. Я когда играл за хаос, захватывал, у них вообще тут ничего не менялось, каждый ход одно и то же. Подожду, может они друг на друга натравятся. Травятся друг на друга нормально. Нет, это дебил, что на меня напасть. Ну я такой дебил, то ладно. Я думал орков рит напасть. Ну на, нападу на вас. Надо будет надрать, потому что на одних транс, на одних картах играем, но это недолго будет, поскольку. У, готов сражаться вместе с родом! Поскольку я скоро буду уже на новую планету нападать. Я же примерно знаю, какого это. Так что... О, вот еще армия. Остальная служит с честью! Нифига я строю. Руды готовы! За высшую справедливость! Тебе послали нас служить! Никто не устоит перед высшей справедливостью! Я принес клятву верности Тау! Создатель Ортас. Давайте сделаем вставочки. Я думаю, за минуты 2,5 где-то мы сегодня сможем, мы выиграем. Сколько идти долго? Я приведу моих сородичей к цели. Это сможет ли он одиночку? Ну, он не должен. Я принес клятву верности Тау. Я принес клятву верности Тау. Я уже почти там. Не ладно, почему так дорого стоит? Я думаю, просто война, скажите, Каудей, пришло время битвы? Я нужен там, так? Что вам нужно? Может.
Боевой костюм XV-22 готов. Ну, 3 минуты
только ты. Отряд Гасты Огня готов. Теперь его следят, что разрушит его наши спрятанные Дьяву придает нам сил. Росла готовы. Справедливость. Принес клятву верности Тау. Я понял. Я уже почти там. Как и Тау, мы одержим победу. Я принес клятву верности Тау. Ой, блин, я думал сегодня. Вот так надо. Никто не устоит перед высшей справедливостью. Да, давай. Осла готовы. Просто скажите, где он нужнее. Если суждено быть бою, то он будет быстрым. Еще одна победа в счет высшей справедливости. Пошлите нас на врага. Так. Мы в слазь поохотимся. Так. Центр. А, я, кстати, даже до этого центра еще не доходил. О, а, смысл. Просто скажите, где он нужнее. Еще не успеть. 3, 2, 1. Надо вообще историю. О, вот сейчас. О, выиграли, походу. Эльдары только одну. Ну, понял, самое лучшее. За высшую справедливость! Ну что, еще одна битва на Кирулео. Что вам нужно? Возьми нас на битву. Если шейперы пожелают. Если шейперы пожелают. Хорошее мясо.
Это все? Это не сложно. Давайте уничтожим этого говоря. Круты готовы. Называешь битвой? Шасла готовы. Каждый огня служит с честью. Мы сметем их. Стреляйте прицельно. Выдвигаемся. Стреляйте прицельно. Мы сметем их. Побежали, это хорошо. Они попались в ловушку. Не дайте замечать их. Они попались в ловушку. Что вам нужно? Капитан, мы одержим победу. Вырежем их. Не, они все даже не отряд. Что вам нужно? Укажите нам цель. Мы сметем их. Огонь на поражение. Выберите цели. Как они могут не верить в силу высшей справедливости? Не дайте добычу уйти. Круты готовы. Вырежем их. Этот поход окупит себя. Шейберы послали нас уже. Хорошая битва. Укажите нам цель. Укажите нам цель. А, давайте быстрее тихо. Стреляйте прицельно. Огонь на поражение. Стреляйте прицельно. Как они могут не верить в силу высшей справедливости? Они попались в ловушку. Вот и летающий час. Шасла готовы! Да, на шутку интересно, конечно. Мы сметем их! Ладно, быстро. Ой, господи. Эти разы. Только не сложно. Как они могут не верить в силу высшей справедливости? Некроны самое трудное. Ой, где база Некрона, третьей попытки и четвертой выходки. Там мне надо трудно там на каждую инициативу брать. Свои ручки снять. Если там за полчаса ничего не сделаешь, то все, ты проиграл, можно сказать. То есть там каждые 15 минут бойные становятся все лучше, там очень тяжело будет. Ты, да, один, два, четыре, три. Покрошим их! Каста огня служит с честью! Хорошая битва! За высшую справедливость! Поторопись, немного, Шейберы послали нас служить! Шейберы послали нас служить! Мы возьмем их! Этот поход окупит себя! Укажите нам цель! Мы захватим это! Понятно! Поторопись, немного осталось! За высшую справедливость! Шасла готовы! Да? Битва сделает наш род сильным. Круты готовы. А, вот так. Логично, если строителей нет, то почему он сам? Скоро 4 будет. Он ну, не на базу найти это. Да. А где бы хотя бы голубой вот сюда бы? А это все отлезет. Очень трудно понять.
Да, кстати. Я-то их сделал, но, как вижу, тут вообще хаос очень плохо ловит. Не только одна земля, но, правда, и десятка. Ой, кстати. Тяжело им быть. Территориальное преимущество крепости. Ладно, сейчас будет две базы уже. Так что это будет нелегкая битва. Монсе. А, тут, кстати, сегодня на точке надо, да. Вот и я где-то буду слева сверху, а там база одна справа будет, вторая снизу, если я не ошибаюсь. На точке легко, очень легко. Особенно. Просто берешь их, удерживаешь и все. Ну, а если бы чекать, это было тяжелее. Боевой костюм XV-22 готов! Что бы не потребовали великие боги! Справедливость! Отряд Косты Альмера готов! Маск-костюмы готовы! XV-15 готовы и ждут приказов! Маск-костюмы готовы! Я приведу нас к победе! Маскировочное поле активировано! Пошлите нас на врага! Она уже наша! Мы подготовим там засаду! XV-15 готовы и ждут приказов! Боевой костюм XV-22 готов! Технология ТАО придает нам сил. Она уже наша. Они там больше как ближе меня. Пошлите нас на врага! XV-25 готов к несению службы! Просто скажите, кому нужнее! Пошлите нас на врага! Мы подготовим там засаду! Они никогда нас не заметят! А где мой главарь? Вот это что-то не понял. Что, сдох уже где-то? Готовы выполнить нашу часть работы! Мы готовы вместе с родом! Цель начать наша! Отчет времени до победы! Готовы выполнить нашу часть работы! Непонятно. Сколько 35? У готов сражаться вместе с родом! Что вы не потребовали, великие боги? С вами. Что бы ни потребовали великие боги, бесшумные охотники готовы. Передислоцируемся на передний край. Мы терпеливые охотники. 6 минут до победы в режиме Царь горы. Что бы ни потребовали великие боги. Пошлите нас на врага. Пойдем бесшумно. Мы вслазь похватимся. Передислоцируемся на передний край. Пойдем бесшумно. Наш долг зовет, братья. Ответный огонь, ответный огонь. Эфирилы рассчитывают на нас. У, готов сражаться вместе с родом. Так, на троне я, только на опустился. Где же мама? А, еще я не сказал то, что на этих точках ключевых.
Нельзя ставить вот эти последние. 5 минут до победы в режиме царь горы. Я принес клятву верности Тау. Технология Тау придает нам сил. Технология Тау придает нам сил. Сражаться вместе с родом. Отряд касты огня готов. Выбирайте цели, бойцы. Всем воинам открыть огонь. Наш долг зовет, братья. Бегите, бегите. 4 минуты до победы в режиме царь горы. Отряд касты огня готов. Все 15 готовы и ждут приказа. Принес клятву верности Тау. Я уже почти там. Что вы не потребовали, великие боги? Первый костюм XV-22 готов. У них нет шансов победить. Ой. Считайте каждый заряд. Победы в режиме царь горы. Круто с вами. Пришло время битвы. Круто созданы для битвы. Команда стрелков. Численность на их стороне, но я... XV-25 готов к несению службы! Я принес клятву верности Тау! 30 секунд для победы в режиме царь горы. Капитан, мы одержим победу! Капитан!
победа. Да, опять победа. Что? Встречи.